пытаюсь сварить багажник сложный, чтобы под ним вот так открывался люк, чтобы он обходил по кругу эти мигалки. Жалко их снимать. А, и чтобы он еще удерживал колесо. Огромное, тяжеленное. И чтобы она при торможении не улетела, никого там не убила. Я такое сделала, такую штучку. Вы, конечно, будете смеяться, когда не купить металла вообще нигде никакого, потому что везде локдаун. И всего надо ждать несколько недель. То приходится изгаляться как можешь. Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, а мы монтажники, высотники, да, из высоты вам шлем привет. Трепал нам в кудри ветер высоты и целовали облака. Слегка на высоту такую, милая ты, уж не посмотришь свысока, свысока. Поместилась?